це мутний яжа фари! Німався фари! Numai 3 mi s-a comunicat, băi, să ești înarmat până în dinți, că a fost evacuat așa numitul președinte Timofte. Bine, l-au evacuat, numai ei știu cum l-au evacuat, însă noi protestăm. Noi protestăm, aparent ni s-a spus că a venit și un consilier. Ați văzut mașina care ne-a strugit toți? Așa, deci este un consilier, aparent o să primească documentele pe care noi le-am adus. Încă președintelui Timofte, încă! Jos Timofte! Jos Timofte! Jos Timofte! Jos Timofte! Jos Timofte! Уважаемые друзья, ровно год назад, когда мы шли с отрывом политическое формирование, которое появилось в начале года, в феврале месяце, мы вместе с вами были на втором, может даже и на первом месте. Тимофте был одним из тех, который голосовал и принимал участие в нашей партии, тогда называемой политическое формирование «Патрия». Год назад проголосовал Куртни Супремы за наше снятие с предвыборной гонки. Вы все являетесь свидетелями того, как за нас проголосовало почти 80 тысяч человек. Даже если вы были сняты, поставили печать напротив нас, напротив нашего электорального символа, даже где была их печать треть раз. В этом всем замешан Тимофте. Он принимал прямое участие. Это не президент. Он год молчит. Он год молчит. И не может сказать, почему нас сняли. Из-за чего нас сняли. Мы хотим слышать это. Нас обвинили во многом. Нас обвиняют сегодня во всем этом. Но оно совсем не так. Совсем не так. Они боятся все, нас всех. Вас, нас. Боятся сегодня, потому что мы народ. Потому что мы с народом. Мы были и будем с народом. Мы будем защищать интересы нашего народа. Всех нас, тех, кто мы здесь родились, кто здесь живет, кто собирается здесь жить. Мы не хотим уезжать с этой страны. Мы не хотим быть зависимыми от олигархов, от такого президента, который за год два раза вышел на телевидение. И то выходит на телевидение непонятно когда. Нас обвинили в прошлом году, сделали, что мы опасные для общества. Какие мы опасные для общества? Мы провели более сотни митингов и манифестаций, пикетов. Мы говорили не один раз, что мы выходим на митинг, на протесты с мирным путем, мирным трением. Мы живем в демократической стране, где демократия должна быть превыше всего. Но у нас, к сожалению, есть такой президент, который здесь скрывается. Да, есть информация, сказали, в любом случае, пока мы собрались, пока мы сюда доехали, информация ушла, что его вывезли. Пускай, я хочу сказать следующее, пускай он не прячется, пускай он не уезжает, пускай его не эвакуируют. Никогда от своего народа не уйдешь ты. Рано или поздно он отвечает за те все поступки, которые ты сделал на протяжении этих 3 лет, сколько он руководит этой страной. Мы все прекрасно помним, как его выбрали. Мы все прекрасно знаем, как его назначили. Но мы никто не видим результата его работы. У нас нет президента, у нас есть раца Муты, которая молчит. Из-за него пресс-секретари пишут бумажки, выходят на телевидение и говорят. Мы все это знаем, поэтому мы здесь. Мы не могли сегодня в этот день оставить без внимания. Год прошел, как нас сняли. Это первое, почему мы здесь собрались. Мы хотим услышать от Тимофтия, почему он до сих пор не придал гласности. И не сказал народу, почему нас сняли. Если мы виноваты были, почему нас никого за это не наказали. Мы все являемся свидетелями того, как в этом году были местные выборы. И с каким отрывом от всех политических формирований мы взяли. Сколько мы городов взяли, сколько у нас канцельеров. Люди есть, люди будут. И мы за наши поступки будем отвечать. То, что мы говорим и обещаем, мы будем выполнять. Неважно, Тимофте или Тимофте, мы перед своим народом должны выполнять то, что мы обещаем. Мы собрались здесь не один раз. Мы были на Йорке у него. 3 недели прошло, нам обещали встречу. Лично я был с Юлианом Кашином, обещали встречу. То нас вызовут, и мы сядем за стол переговоров. Неважно, в парламенте мы или где, мы политическое формирование, которое имеем сегодня за собой, за спиной народ. 3 недели они молчат. Сколько они будут прятаться, мне интересно. Пускай ответит хоть кто-то. Сколько они будут убегать? Сколько его будут вывозить? Сколько так можно? Мы хотим жить в этой стране. Мы хотим нормально жить в этой стране. Хотим, чтобы у нас нормально заботились государства, о пенсионерах.
пенсионеры, а дети, которые у нас есть в стране. Мы не хотим, в первую очередь, уезжать с этой страны. Это главное. Поэтому мы все вместе здесь сегодня. Жесткие мовки! 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 Пускай выйдет, наберется силы, выйдет и скажет, если он есть, если в нем осталось достоинство и честь, как житель этой страны, а не жители какой-то другой страны, которые нам навязывают идеи и принципы их. Пускай выйдет к нам. Мы не будем никаких принимать насилий. Не будем никаких по отношению к нему каких-то провокаций. Пускай выйдет, как президент, и скажет. Пускай его консильер скажет, когда готов принять нас. Хотя бы представитель от нашей партии. И сказать, что он собирается дальше делать. Сказать вообще, какие у него есть идеи. И что он думает вообще, какое у него видение по отношению к народу своей страны и по отношению к стране. Пускай выйдет, и пускай не прячется и не убегает. Мы будем бегать за ним до последнего, пока не поймаем. И это знают все, и работники полиции, и работники СИСа, вся страна знает. Так как поймали Филата и отправили, так и поймаем Тимофти. Так же самое будет там, где Филат, рядом с Филатом, потому что Филат это его покровитель. Он занимался покровительством Филатов и скрыл тот миллиард, который был украден у нас с вами. За эти все поступки надо отвечать, неважно, президенты, любой житель страны. Должен отвечать за все поступки. Деньги украли у всех нас, у наших детей, у наших родителей. У нас с вами украли эти деньги. Сегодня дырка в госбюджете, которую неизвестно, если сможет когда страна пополнить. Мы сегодня останемся без зарплат, без пенсий. Мы останемся сегодня, мы докатились сегодня, наша страна сегодня у пропасти, которую завтра или послезавтра мы все в нее упадем, в эту пропасть. Поэтому в этом всем виноват Тимофти. Мы здесь, потому что он был основным тем, кто покрыл хищение миллиарда, тем, кто покрывал тех олигархов, которые воровали эти миллиарды, и тем, кто партии, которые у власти, делали все это. Жесткие мовки! Жесткие мовки! Жесткие мовки! Жесткие мовки! Жесткие мовки! Din păcate, consilierii președintelui astăzi nu sunt la servici și nu pot să vin nimeni. Vă prezentați, stimabilule, în fața cetățenilor Republicii Moldova. Întâi, vă prezentați, familia și numele. Deci, familia mea, mi-mi spune Ion Gutu, șef protecției președintelui. Transmiteți, vă rog, consilierul Vlad Țurcanu, Ion Păduraru și toată șaica de consilieri, că aici sunt cetățeni care vreau să-i transmită un mesaj. În ploaie, în Lapăviță. Vreau să vă fie foarte clar, ați înțeles? Noi nu ne ducem de aici până când ați vii consilierul Timofti! Luați, sunt cetățenii Republicii Moldova, fără arme, fără automate, fără... Nu sunteți abilitați să vorbiți cu noi! Vă rog frumos! Îl sunați pe Ion Păduraru, a promis personal... Jos Timofti! Jos Timofti! Eu sunt în direct cu oamenii, ei sunt cetățenii Republicii Moldova. Vă amintesc că 3 săptămâni în urmă ați promis acea întâlnire cu președintele Timofte. N-am avut nicio reacție de la dumneavoastră. Este corect? N-am avut, deci, eu vorbesc direct cu oamenii. Eu sunt sincer, eu nu mă ascund în oficii. Deci, oameni buni, domnul Păduraru spune că să-i dăm vicedirectorului serviciului PAS de stat documentele care le avem. Nu vine nimeni! Mincinosul! Nu vă rog frumos, domnule Păduraru, să vină cineva oficial pe ploaie, pe Lapăviță, la Condrița și să ia documente. Domnul Păduraru, cetățenii nu acceptă un asemenea aranjament, o asemenea abordare. Vrem cineva oficial de la instituție. Dumnealui reprezintă altă instituție de stat. Da, care nu decide... Jos bandițu! Jos bandițu! Jos bandițu! Jos bandițu! Уважаемые друзья, домну Гуцу и вся шайка Тимофти нас провоцируют на то, чтобы мы шли против закона. Они провоцируют нас, чтобы мы перекрыли сегодня Леушевскую трассу. Домну Гуцу, с нас Лубану Падураре. Ну а степ демалора, так и нам и кидем Россию интернационал. И мы глумим, сколько-то тени. Кунецкий нас армата, ТМС.
Ciobanu chiar îl sună pe Ion Păduraru. Da. Pe 11 noiembrie a promis, oficial a promis. Fără poartă, lasă-l vin aici. Aveți întrebări mai multe? Da! A promis pe 11. Avem mai mult, avem o agendă întreagă, să ne primească Nicolae Timofte. Vorbim de tot, de tot vorbim. Hai facem așa, iată și domnul sucreagenda. Le formulați, le puneți pe hârtie. Nu, i-am promis. Nu! El a promis și trebuie să țină promisiunea. Fără condiționări a promis. Bine. Și trebuie rugat să șerți pașul tot. Da, poate el are crac. Mai precis. Nu, ei spun că nu e vorba numai de promisiune. Nu, a promis domnul. Și un somn e în sudan. E prezentat așa foarte mult. Liniște. Liniște. El a promis. Propunerea lui era. E 11 noiembrie. Bine. Ați auzit? Mi s-au spus. Eu transmit la oameni. Ce a spus? Nu, nu trebuie de transmit. Adică... Trebuie. Eu am înțeles ce mi-a spus. Spuneți. Deci, vă primește, vă includ din agenda, numai să știi ce-mi trebuie. Nu, nu. Domnule, ia uitați-mă. Deci, fără condiționări, încă o dată, oameni buni, stimați concetățeni, Ion Păduraru a promis pe 11 noiembrie că primește în audiență reprezentanții partidului nostru. Acum Ion Păduraru pune condiții și spune formulați agenda, dacă e despre demisie, eu nu discut. Deci el este obligat, că a propus, singur a propus nouă, că să ne întâlnim cu Timofte. Deci nu și-a onorat promisiunea, 11 noiembrie, suntem 28 noiembrie. El este obligat, acest Ion Păduraru, fără condiționări, să organizeze în agenda absolut neîncărcată, absolut lejeră a așa numitului președinte Timofte, o întâlnire cu reprezentanții partidului nostru. Scurt, clar. Vă rog frumos, azi noi ne ducem pe Strumușel, la Moșul Oroșel, noi avem unista, avem un discuta, ne ducem, ne încălzim cu ceai, cafea, în Oroșelul, în Oroșelul Moldovei, în față de parlamentului, și așteptăm, spuneți când domnul Păduraru are în gând să primească pe noi. Dacă domnul Păduraru nu răspunde, noi știm unde el trăiește. Ne ducem pe dânsul acasă, găsăm pe dânsul. Atât. Vă rog frumos, încă o dată, mulțumim pentru ce că acceptați să veniți aici, stați cu noi sub ploaie, dar totuși noi așteptăm sunetul până la ora 4. Așteptăm răspunsul. Ce v-ați dat într-o parte? Ce o stimulă?